Самое-самое запоминающееся, вот как не только как практика, а это, конечно же, северное сияние. Вот для нас, людей, которые живут в Амурской области, ну, для многих не понять. А тут, да, тут, когда идешь, мы шли вечером, потом я возвращались в палатку после пасьбы. Я увидел, ну, раз что-то светло так стало на небе. Смотрю, вау, северное сияние, ребята, смотрите, смотрите.